Где мой самый сладкий кот? Где мой самый сладкий кот? Все, собаки ушли. Нал. Ты мой самый сладкий кот, Нал. Ты мой сладкий кот. Ну давай поглади. Ну прижимается, гладить не дает. Ну. Ничего. У меня терпения много, поверь мне. И пошла погладиться, блин, об железяку, не об мою руку. Понюхала, прижалась и не дается. Ну ничего. У меня терпения больше, чем у тебя. Ричи решил, что... Ричи, ты очень маленький, им даже на один раз не хватит. Давай отсюда. Все собаки отсюда. Ну ты же моя вредина. Ты моя вредина. Ну ты не вредина. Ты не вредина, да. Ты не вредина. Ты хороший мальчик. А ты вредина. Иди сюда. Ничего. У меня терпения много. Пум-пум-пум-пум. Оп, побежал. Ну иди сюда, кот. Ну иди сюда. Ну иди сюда. Ой, ну конечно, горный лев. Горный лев. Так интересно, каждый раз кольцо поворачивается. Часто замечаю, уже сейчас посмотрела, думаю, опять так. А к тому животному, к которому я подхожу, часто начинаю гладить, смотрю, кольцо как раз на этом животном. Хотя у меня здесь как бы много животных изображено. Кольцо именно на Пум-Пумыче. Тискать рыси. Пришла тискать рыси, поставила. Не надо. Иди тискать рыси. А рыси такие, типа, нет. Сейчас придут за нами. Идите ко мне. Я понимаю, что телефон интереснее, чем я. Меня вы чаще видите, чем я. Вы же чаще видите. Моя рыся. Кися, да. Ой, ты моя. Ты же моя. Ты же моя, да. Ты мой девочка. Попочки мои. Попочки мои, да? Попочки мои. Попочки где? Оп. Иди сюда, попка. Иди. Ну что ты сегодня такая? Вредная попка. Вредная попка сегодня, да? Вредная попка. Ай, ты вредная попка. Знаешь, что еще есть? Второй телефон. Ну и чего? Ну куснул. И дальше ты что с ним делать будешь? Ну и дальше что? Обниматься? Ну и дальше что? И дальше что? Пумычем пахнет, да? О, ой, пумычем пахнет. Ой, пумычем. Ой, кошка сегодня какая. Не понравилась пума перед этим потрогала, да? Ой, не понравилась. Ой, не понравилась кошке. Ой, не понравилась. Тебе все нравится? Ума! Больно так уже. Контролируй. Хочется полобзать? Полобзай. Но ешь себе не косточку. Вот, да. Загораживай экран. Вас только что пометили. Ну я таки сусю. Опять пришла. Ты же пахнешь какими-то котятами, свиньями, пумами. Они-то все чувствуют, мои не мои руки все чувствуют. Ты на ручки хочешь?
Ума, иди сюда, отставь от телефона. Ума. Никак им робот покоя не дает, все, покусать его надо, попробовать на зубок. Ой, сейчас получишь по мордасам. Мят. Такие. Ой, такие большуны. Конечно, на чистом белье надо обязательно, только перестелила. Я к ним прихожу, у меня две комнаты, это там котята. Их много, и они ночью пищат, когда просыпаются. Я полночи сплю здесь, потом прихожу туда, потому что все равно их кормить. Вот, но примерно с 12 до 4 я сплю здесь, потом ухожу туда обратно. Ко мне еще и Алиса переползает в кровать примерно в 5. Так что перестелила здесь тоже белье, тут вон все кормление. Такие уже большие котята, да, все сосут. Что тут за сосунки? Ой, что тут за сосунки? Он их отсматривает. Ой-ой-ой-ой. И урчат. Так любишь его? Да. Пришла с садика в первую очередь к котяткам. Мама, у меня скрытые. Красивые глазки? Да. Ну как это мой? Почистить надо? Да. Я буду. А чем ты собралась чистить? Здесь утекло. Утекло. А, ватным диском? Да. Эй. Так любишь? Да. Только не облокачивайся на него, хорошо? Да. Пип. Да. Ля-ля. Тихо. Когда он где? Ты пошла за ватным диском? Да. Сейчас тебе буду чистить глаза. Мама, так милее. Мама, а голову можешь гладить? Гладить аккуратно. Видишь, ему не очень нравится голову. Аккуратненько только. Мама, будь так милее. Так он любит. Так, ну и для тех, кто по каким-то причинам не знал, что у нас в этом году есть наш календарь. Сейчас он там прям по невысокой цене после Нового года. Кто не приобрел, их чуть-чуть совсем осталось, успейте приобрести. Вот, соответственно, здесь наши животные все красивые, хорошие. Давно не было календаря. Ссылочку оставляю. Продается он на Озоне. Быстрая доставка, все удобно. Вот такие красочные. И кулечка. И даже есть помощь. Пум-пум. Я сижу здесь. Иди, да, иди сюда. Бегайте здесь. Да. Разбегались. Иди сюда. Да. Ой, ой, крюкает-то как. Эй. 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 О. О, разбегались. О. Сейчас побежит. Задует на повороте. Разыгрались с игрушкой. Поели, погуляли, все, теперь играть. Thank you.
Значит, Фрост ушел, сразу за его игрушку взялись. Не дает.